Два звена специалистов муниципального предприятия вывозят снег с улицы Авроры, на которой в прошлом дорожно-строительном сезоне был полностью завершен ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна группа идет от автовокзала, другая – от пересечения с аэродромной, навстречу друг другу. В каждой бригаде большой погрузчик и несколько самосвалов, которые вывозят снег на специальные площадки для складирования. Работу проводят в позднее время, чтобы не создавать помех для движения на загруженной улице. Так как у нас улица Аврора достаточно проходимая улица на выезде из города, здесь ходит общественный транспорт, поэтому работы запланированы в ночное время, чтобы исключить дневное время заторы для удобства жителей города. Повышенное внимание к дорогам, отремонтированным в рамках нацпроекта, в период снегопадов уделяют, чтобы они как можно дольше сохраняли свои нормативные свойства. Тогда качество полотна будет радовать жителей более продолжительное время. Это вывоз снега, то есть это очистка прилотковой части от снега, для того, чтобы в период весны, то есть когда уже будут переходные температуры через ноль, было меньше воды на покрытии проезжей части, соответственно, чем меньше воды, тем меньше дорога разрушается. Вместе с тем увеличивается пропускная способность, также уделяется особое внимание непосредственно остановкам общественного транспорта. Только в ночь на 19 января в расчистке самарских улиц задействовали 250 единиц специализированной техники и 87 дорожных рабочих, которые трудились вручную. Стоит отметить, что заданные руководством мэрии темпы не сбавляются. Заснеженные участки продолжают обрабатывать противогололедными материалами. За сутки израсходовано более 126 тонн. Также за прошедшие 24 часа на специальной площадке для складирования вывезли более 6000 тонн снега. Ход уборки контролируют и общественники. Местные жители на Авроре отмечают, что рады преображениям в своем районе. И новое общественное пространство и отремонтированная дорога. Теперь следят, чтобы обновленные территории и дальше радовали их, чтобы подрядчики выполняли качественное обслуживание. Пожелания мы обязательно высказываем, потому что, конечно, подрядчики очень стараются, все делают, но бывает иногда что-то где-то не заметят в силу большого объема работы, и они всегда реагируют. Спасибо им большое. Мониторинг состояния всех улиц, в том числе отремонтированных по дорожному нацпроекту, ведется круглосуточно. По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные ожидается снегопад с усилением ветра до 20 метров в секунду, о чем все коммунальные организации и службы благоустройства оповещены и готовы к работе в режиме усиления. Администрация города призывает автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также не оставлять надолго транспортные средства вдоль обочин, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.